строя не было никакого. Я вчера, когда по продукты ходил, поднимал вопрос насчет того, что мы были мобилизированы в тылу, в городах, смотреть за порядком, либо этот, а нас просто тупо. Я вообще картошку пошел возить. Нас обманули. Я вчера поднял вопрос, говорю, а что это такое? Вот. На что нам ответили? Вот вам сигаретки, вот вам то. Идите, вы покинули позицию, или вам трибунал. Я говорю, за что? За то, что я не выполняю приказ. Tiga tentara Ukraina menyerah kepada pasukan Chechnya usai dijadikan umpan pada pertempuran di Donbas, Ukraina. Hal tersebut disampaikan Apta Aloudinov, asisten kepala Republik Chechnya, melalui saluran Telegram pada Jumat 22 April 2022. Aloudinov menyebutkan bahwa pasukan Chechnya berhasil memenuhi tugas yang ditetapkan oleh pemimpin tertinggi Vladimir Putin, di mana selama operasi khusus yang dilakukan di kota Rubesnoye, pasukan Chechnya dan Rusia berhasil menangkap 3 prajurit angkatan bersenjata Ukraina. Berdasarkan kesaksian ketiga prajurit, bahwa mereka baru berada di kota Rubesnoye selama 2 hari. Selama waktu ini, para tentara Ukraina tersebut menyadari bahwa pimpinan unit mereka berencana untuk menggunakan mereka sebagai umpan meriam lawan. Para tentara tersebut tidak menyetujui skenario seperti itu, dan karena itu menerima tawaran untuk menyerah ke pihak Rusia. Itu adalah keputusan yang tepat bagi mereka. Tentara Ukraina tersebut mengeluh bahwa mereka hanya diberi makanan sekali dalam 2 hari. Menurut mereka, tidak ada semangat juang di pasukan Ukraina. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ракетницу РПГ и один выстрел. Вас взяли в плен или вы сдались? Нам предложили выйти. Мы сдались. Строя не было никакого. Я вчера, когда по продукты ходил, поднимал вопрос насчет того, что мы были мобилизированы в тылу, в городах, смотреть за порядком, либо этот, а нас просто тупо. Я вообще картошку пошел возить. Нас обманули. Я вчера поднял вопрос, говорю, а что это такое? Вот. На что нам ответили? Вот вам сигаретки, вот вам то. Идите, вы покинули позицию, или вам трибунал. Я говорю, за что? За то, что я не выполняю приказ. А, как говорится, приказ я могу не выполнить, если он противозаконный. Я говорю, ну, наверное, смерть пацанов посылает. Ахмат, сила! Россия, мощь! Донбасс непобедим! Фамилия, имя, отчество. Медведев Сергей Александрович. Сюда как попал? Когда? Позавчера вечером вас привезли. Позавчера вечером. Что вам дали, что сказали? Какое вооружение у вас было? АК. У нас в троих. У меня было лично АК. 4 магазина и 4 планки. Еды дали тебе? Еды. Первые